Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Романс» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Только вчера». Музыка исполнена Самуила Фомовича из цикла «Ожившая поэзия». Только вчера вы писали мне строчки, рифмуя. Я не хочу жить сегодня, ни завтра без вас. Мне так нужна ваша жизнь, без нее не смогу я, если не вы. Мой не будет продолжен рассказ. Как я хочу, чтобы с вами любила быть рядом, вас обожать и так преданно годы служить, и наслаждаться влюбленно-застенчивым взглядом. И все успехи покорно пред вами сложить. Мне бы тот час, чтобы вы были со мною, и точка. Верю словам, что писали вы только вчера. Сердце моим охраняется дивная строчка, что вы писали в счастливые дни января. Мне не до сна, вы, любимые, спите красиво. Как я желаю прильнуть к вам и ночь подарить. Фото со мной я смотрю и терзаюсь ревниво. Жажда моя с вами ночью блаженство и спит. Мне бы уснуть и во сне вас обнять, как желаю. Вашему вам прикоснуться и с ним не быть. Я вас возьму, вас возьму, я сейчас обещаю, чтобы вас жадно и верно любить и любить. Писали мне строчки, рифмуя. Я не хочу жить сегодня, ни завтра без вас. Мне так нужна ваша жизнь, без нее не смогу я. Если не вы, мой не будет продолжен рассказ. Только вчера вы писали мне строчки, рифмуя. Я не хочу жить сегодня, ни завтра без вас.
ваша жизнь, без нее не смогу я. Если не вы, мой не будет продолжен рассказ. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». Только вчера стихи Вероны Шумиловой.